Всем привет, дорогие мои друзья, на связи Рэй, и сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется Dice Imperia. Не понял я немножко сути, в общем, какие-то школьники объявили друг другу войну. И мы будем в ней участвовать. Игра роллинговая, то бишь за счет кубиков мы будем делать с вами ходы. Музыку эту я не вставлял, она автоматически идет вместе с игрой. Точнее, озвучено так. Ну что же, давайте нажимаем на Японию. И первый наш враг, какой-то непонятно кто. Так, файт. Кто это такой? Ну-ка, что тут у нас? 3, 1. Джеймс, файт. Вы что-нибудь поняли, ребят? Я ничего не понял пока. Ну-ка, на-ка, получи. Я не понял, он что, ручкой что ли там стреляет? Ролл. Так, еще ролл. Так, 6-6, что-то не могу врубиться. Ну, например, давайте. Так, 6 атаки получили. И он, а, понятно. Значит, мое, что для меня это с левой стороны, а что для врага это с правой стороны, да? Сейчас ему 5 атаки, он мне 6. Все, с этим я разобрался. Ну-ка, давайте-ка, 6, все, готовченко, парень. А почему мне достался именно вот этот очкастый ботаник? Я не понимаю, я, может быть, хотел кого-нибудь другого выбрать. Но никак не его. Ладно, что это за ученик какой-то, как дедуля, по-моему, если не ошибаюсь. Лысый, уже посидел. Точнее, уже облысел. Ну ты, братишка, даешь, на-ка в лобешник тебе. Ох ты, смотри, как он сделал. Что ты тут мне своей газетеночкой машешь? Ой-ой-ой-ой-ой, ты потише, братиша. Так дело не пойдет. Вот, давайте 5 атаки. На, а он всего, по-моему, 3 нанесет нам. Да, так и есть. Ладно. 3-1. Давайте троечку ему дадим. Ага, замечательно. Так, а почему он делает вот этот суперудар? За счет чего? Ничего себе, пятнарик. Нормально. Так, нет, так дело не пойдет, ребята. Да, 2-6. Ну-ка. А он мне сейчас 6 звезданет, так? Или я ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь. Ладно, ой-ой-ой-ой. На-ка, четверочку тебе. А он мне 6, да? Так, а можно тут еще-то несколько раз перекидывать? Или нельзя? Так, я так проиграю, ребят, если нельзя. Хотя эту каточку я должен закатить. На-ка тебе 2 урона. А у него нету ничего, да? Значит, 0 единичкой это вообще ничего не может делать. Все понятно. Так, супер удар. И готовченко. Так, на мой взгляд, если вам так не кажется, что она больно какая-то детская, да? Но разборки здесь далеко какие-то не детские. Что такое? Айгри. Гивап. Это миссии какие-то. Ну ладно, понятно. С миссиями все. Так, 70 HP у меня. А что тут вообще? Даже есть. В этой игре даже есть донат? Ну, удивительно. Неужели настолько серьезная игра, чтобы в нее даже включили донат? Ладно, почему-то у меня не выбирается персонаж, ребята. Я не могу перейти. А в чем проблема? Так, а что здесь у нас вообще? Вот это мы все должны пройти, я так понимаю, да? Ясненько. Ну, ага, вот. Какой-то синеволосый парнишка, да? С чем он там? С гаечным ключом? На-ка, 4 урона. А почему у меня жизни не восстанавливаются, интересно, ребята? Опа-на, неплохо он мне бомбанул. Так, а что это такое накопилось у меня? 3-1. На-ка тебе капельку. А-а-а, вот оно что, ребята. Это и есть суперудар копится. Понятно, и он мне сейчас звезданет суперударом, да? Точно. Ох ты, тихо. Все, испепелил меня гад в Японии. Ну да, я хочу потратить одно сердечко. И я начинаю все заново. Нет, не все заново, а на этом же месте. Ладно, повторим попытку. Погнали. Так, вроде бы немножко стал разбираться. Так, 4-5. Ну давай, на. 5 урона он мне наносит. Это терпимо. 3-3. У меня накопился суперудар, ребята. Давайте-ка применим это дело.
и суперударчик. Интересно, я смогу поменять в дальнейшем персонажа своего или так и буду этим ботаником играть? Он мне не нравится. Так, дальше ролим. Ой-ой-ой, и что дальше? Ага, давайте-ка я 6 атаки-то с удовольствием пропишу ему. А он 4, да, всего? Так и есть, ребята. 5-5, ничья. Давайте. Ага, и он мне пятерочку взамен. Ну, я по хп пока веду. Да, я не откажусь от 6 урона. А тут, интересно, блок или что-нибудь такое есть? Нету в этой игре. Так, я накопил себе на суперудар, ребята. У меня будет сейчас суперудар после... Так, рокет. Бам-бам-бам. Пятнарик как с куста сняло. Ладушки. А какого лишего? А, ну да, у него уже 2 урона было. Опять ничья. Поехали. На-ка. Ну, в принципе, этого я сейчас пройду. Ничего сложного в нем нету. Так, тихо. Опа-на, ребята, он накопил супер... 2 суперудара у него. 2 суперудара у него сейчас кряду будет, да, если я не ошибаюсь. Ну-ка, нахлобучим маленько. А ты, выжил он все-таки. Он все-таки выжил. И сейчас он мне такое сейчас устроит. 12 атаки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята. Вот это да. Придется тратить сердечко. Нет, я ничего не буду покупать. Хотя тут шопинг есть еще какой-то. Нет. Ой, а почему я все заново начал, ребят? Ну-ка. Раздухарился я, не на шуточку. Поехали. Так, ты у нас кто еще такой? Так, ученик, а уже с сигаретами ходит, а? Вы посмотрите. Опа-на, ничего себе, он мне бычком в глаз. Ух ты, еще и дымком своим тут. Так, ботаник, ну-ка давай мстить. На тебе. 4 урона. Опять он своим бычком в глаз. Так, давайте еще четверочку мы засандалим. Чтоб ты подавился своей сигарой. Ну-ка, ролим. 3 атаки и суперудар у меня накопился. Замечательно, ребят, сейчас я ему устрою. Так, пятнарик, да, отнимается, по идее. Раз, два, три, да. 15, и я веду. Вот такой расклад меня не особо, ребята, устраивает. Ёлки-палки. Ага, вот это уже будет самое то. 8 атаки. В общем, ребята, каждый ролл, который я перебрасываю, копится к атаке. Но не только у меня, у него, кстати, тоже. И это плохо. Так, 6-4, нормально. Я его должен сдрючить. По любасику, ребятушки, по любасику. Никуда он... Нет, так не очень мне нравится. Ага, а когда выпадает единичка, все накопленные удары у него скидываются. Я так понимаю, у меня то же самое будет. Есть. Мы этого говнюка мелкого завалили. Ну что же, 22 монетки получили, и мы с вами приходим почему-то 2 одинаковых с лица. Интересно. Да что вы мне все предупреждаете-то? А, если я вернусь, то у меня что ли с прогрессом будет не то? Хм, непонятно. Тут мои достижения. Ладно, это меня не столько интересует. Ну тут только музыка. И донат. Чтоб тебя разорвало. А, тут еще можно сердечки покупать, ясно. А они что, не восстанавливаются со временем? По идее, должны. И даже гемы можно покупать. А гемы я даже не знаю, для чего нужны. Наверное, для открытия новых суперударов или новых игроков. Ладно, мы сейчас с вами поиграем, посмотрим, что здесь вообще к чему. Переходим к следующему врагу. Кто это у нас тут такой-то? Ага, с дубинкой какой-то лазерной, зеленой. С чем там, с мечом. Во, 6-4, самое то. 9 атаки у меня. И у него 9, елки-палки. Что-то я этот момент как-то упустил. Ладно, пятнарик он еще получает сверху. Жалко, он не вгоняется в стан. Ох ты, нормально так причесал мне. Ой, все сгорело у меня, все, что я накопил. 6. Отлично. И мы переходим к следующему врагу. Так, у меня плюс 6 и 2. Все-таки с каждым уровнем подкрепляется здоровье. Ну, давайте купим одну аптечку. А-а-а, вот оно что, ребята. Тут, оказывается, на карте разбросан бонус, который я могу взять. И, как вы видели, я восстановил полностью себе хп. Ну, хоть что-то здесь есть хорошего. Погнали. Нет, так мне не нравится.
9-10, ёлки-палки, ладно. Сейчас десяточку мне даст. Ах ты. Ой, у него еще суперудар был. А как я так упустил-то этот момент, ребята? Ладно. Давай обменяемся с тобой по ударчику. Поехали. О, у него сгорело, жалко, что у него ничего не было. Так, у меня суперудар накопился, делаем, ребята. 3 и еще 15, итого будет 18 атак, и мы сделаем сейчас ему. И я его, в принципе, уже догнал. Нет, не догнал, не шиша, у него 52, у меня 42 жизни. И он мне еще сейчас на троечку. Так, 5 и 5, ничья. Блин. Опять ничья, по десятке мы уже накопили. У меня суперудар есть. Ладно. И пятнарик ему в запас, как говорится. За воротник, лови. Механик. Школьник, гад, а механик уже, елки-палки. А может быть, он просто учится на механика. Так, пятерочка, меня устраивает. Причем он мне сейчас ничего не сделает взамен. Ну, тут ничья. Так, у меня 6 атаки. На-ка, выкури. Да ты достал уже, а. Блин, ребята, я проигрываю. Ой-ой-ой-ой. 5. И суперудар у меня есть. В принципе, я его убиваю сейчас. Только лишь благодаря суперудару. Бам-бам-бам, пятнарик. Отлично. И мы с вами переходим к следующему врагу. Ага, опять тут этот лысый. И опять этот с синими волосами. Блин, а кого лучше атаковать, ребят? Давайте-ка вот этого же. Я так и не видел, у него есть, честно говоря, суперудар. Так, 5 и 3. Давайте. Ёлки-палки, а у меня мало ХП, ребятушки, 21 очко. 3 и суперудар. Давайте, наверное, используем. Так, пятнарик я еще сейчас отниму. Итого у него останется 8, конечно же, 8. Вот. Так, бомбанул, сейчас лишь только на фарт. Так, у меня сбросилось все. 3 и суперудар, все, он готов, ребята. Он готовченко. Смело можете его отсюда уносить. Даже насилок не понадобится, потому что я его просто испепелил. И 10 монеток. А монетки там для чего? Вот я не могу понять. Что я за них могу покупать? Так. Этот-то у нас кто? А, этот у нас с сигарой. Лови. А он ничего сделать не может, потому что у него выпало 0. Так. 2. 2 он нанесет мне. Вот мелкий сопляжуй. Но у меня суперудар есть. Блин, а я сейчас, ребята, наверное, проиграю, да? 6 атаки он мне нанесет. Нет, еще на один ходик буквально у меня хватит. Постоять. Ну-ка. 2 и 5, плохо. 5 и 6, еще хуже, блин. И он меня убивает, ребята. 11 плюс суперудар бы у него сейчас был, если бы он не погиб. Да, придется тратить сердечко. Очень интересно, когда тогда тратил сердечко, меня выкидывали на начало игры. А сейчас я начинаю с того же места, где и закончил. Непонятно, почему так происходит. Так, ну что, давай поговорим, браток. С зеленой челкой. 3 и суперудар. Давайте сделаем. Так. А суперудары, я так понял, можно будет копить еще разные другие. Потому что почему-то только один у меня открыт. Это вот именно вот эта вот базука из ручки, которая почему-то становится очень большой. 3 атаки и суперудар. 10 атаки и суперудар. Ну, я думаю, наверное, стоит потратить. Так. Теперь еще пятнарик сверху занимаем. А у него сейчас будет 13 урона по мне. Тоже немало, между прочим. Поехали далее. Так, пятерку заработал я. Причем кубики сбрасываю только я. Он ничего не может делать. Он может только наслаждаться тем, что выпадет ему на его долю. Так, да ты заколебал. Ага, ребята, за сбросы у меня тратится кофе. А кофе, вы видите внизу, 3 из 17. Точнее, да, 3 из 17 осталось у меня. Ну, я думаю, успею я его забомбить. 2 сердечка у меня еще в запасе. Нет, 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 суперудар сейчас будет. Ёлки-палки, задымил. Пока тут заговорился, сбросы эти просмотрел. Ёлки-палки. Ну ладно, главное, что победили. Но 24 хп всего, это очень мало, ребят. Ага, впереди появились какие-то новые. Какая-то девочка. Не пойму, с чем она там.
Ага, со шваброй, уборщица. Ну-ка, выкуси-ка. Давайте-ка, нет, так меня не устраивает. Блин, 7,8. Что ты там делаешь-то, полотерка? Ой-ой-ой, ребята, все, я сбрасывать-то больше не могу. Оказывается, когда у меня выпадает нолик, у меня тратится кофе, а это очень плохо. Очень плохо, ребята. Так, вот это вот нормально. 6 атаки и в ответ мне ничего не будет, потому что ей выпало 0. Ну, единичка это как 0. Да я еще к тому же ее и снес. Зергут. Блин, а тут у нас синеволосый парень. Как ни крути, придется с ним драться. Он стоит на той клетке, и мне не пройти, не обойти его. И опять этот бортмеханик, а? На, получи. Хорош, успокойся. Блин, да что ж такое-то? Ну, давайте пятерочку мы засандалим еще. Ничего себе, у него 90 хп. Так, у меня суперудар накопился. Давайте пятналик отнимаем. И он у нас всего 4 урона сейчас отнимет. Но у нас, ребята, жизни-то мало, мало жизней. Тынь, итого 16 остается. Черт его подери. Я боюсь, что не осилю я его. Я еще не могу, ребятушки, догнать, в чем здесь суть. Не, ну как бы я понимаю, что надо убивать противников этих всех. А с чего вдруг они тут начали драться, между собой выяснять отношения? Вот это для меня секрет, конечно. 9 и 12. В любом случае грохнет, ребята. Вся надежда, если только выпадет 0 ему, чтобы сбросилось все. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас я чувствую, закончатся у меня сбросы. Так. Нет, ребята, не добью я его. Не добью. Всего 15. У него еще 12 хп. И он мне сейчас, смотрите, 35 урона наносит. Ну, он практически отнял у меня всю жизнь. Да, придется тратить сердечко. Но, тем не менее, я почему-то остался на месте. Ладно. Сейчас я его должен урыть по любасику. Давай, поехали. На-ка. Там, что там твои 2 урона? Для меня это как щекоточка. О, вот это вообще зашибись. Безответный урон называется. Нет, так не надо. Вот, вот это шикарно уже. Что ж, довольно неплохо. Неплохо. Так. 4 выпало. 3 у меня ответом. Давайте сделаем. Реализуем, как говорится, свои удары. Надо реализовывать, когда, естественно, в мою пользу выпадает больше. Но это не катит. Вот это уже то, что надо. Но, опять же, можно было бы и нолик ему выкинуть. Хотя этот нолик мог и выпасть мне. Тогда бы у меня все сгорело бы. Так, у меня... Ой-ой-ой, у меня же был суперудар. Ну, какого лешего? Причем, ребята, смотрите, выпадает суперудар. Все, сбросы автоматически прекращаются. Вот так подвох, ребята. О, смотрите, все, я не могу сбрасывать. А, нет. А почему-то сейчас получилось? Не понял. А в тот раз я не смог сделать сброс. У меня... Ёлки-палки, я с огнем, ребята, шучу. Ха-ха-ха, сбросилось, у него все. Замечательно. 26 и 15. Практически готовщинка. У него останется сейчас всего 15-18 хп. Так. Отлично. У меня суперудар есть, но у него тоже есть, ребята. Ой, у меня сгорело все. Ха, и у него тоже. Так, 9, 13. Мне нужен суперудар, ребята, 17. Ну, очко еще одно, и буквально я его завалю. Есть, все, реализуем. И я его убиваю. Великолепно. Так, а кто нас там ждет далее? Так, 2 полотерки. Куда ни иди, все равно она будет. Так, ладно. Полотерка так полотерка. Нет, не устраивает. Не хочу. Ой, ё-моё, сгорело все. Ага, у нее тоже. Да это хорош, ребята. Вот, вот это другой разговор. 10 я и, пожалуй, вмочу. Поехали дальше. 3. Блин, опять у меня все сгорело. Что такое? Что залагало? А что такое? Почему? Что она сделала? Почему игра зависла в этот момент? Походу дела, она в меня киданула свое ведро. 16 урона, ребята. Давайте реализуем это. И остается всего 14 хп у нее. Так, 8, 3. Не могу, не могу. Ну-ка, а, все, все, все. Она готовченка, ребята, у меня суперудар. Я что-то просмотрел. Так, отличненько. Добил я ее. И что же там дальше нас ждет? Босс?
Ёлки-палки, в этой игре есть босс еще, оказывается. И кто это такой? Чё себе музон такой? Так, 6, 11, 11, 8, блин. Ой-ой-ой. Ёлки-палки, чё не фарт... Ох, да какого лешего, ребята. Совсем... 5, так, 9, 14. И у него, ребята, уже 2 суперудара накопилось. У меня почему-то только один, а у него уже 2. Какой... О-о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 -
Только не это, ребята, все. Я готов. Ну, в общем, ребята, вот такой у меня получился кратенький обзор. Если кому-то нравится, ребята, скачивайте, проходите. Можете потом рассказать, что там нас ждет впереди. Ну, а я буду заканчивать на этом свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы обязательно с вами увидимся в следующих играх, в следующих выпусках. А на этом все, ребята. Всем пока и удачи. До скорых встреч. Can't stop bounce.